Лидия Зеленевская. Сюрприз. Игрушки для елки мы делали сами. И Деда Мороза с большими усами. И крошку Снегурочку. Шубки богатые. И все это в тайне от младшего брата. Он в комнате рядом, на мягкой кроватке. Улегся удобно и спит себе сладко. А мы потихоньку собрались сегодня устроить ему сюрприз новогодний. Чего только нету на елочке нашей. Вот клоун веселый со свинками пляшут. Вот дождь золотистый по веткам струится. Вот зайка пушистый, а рядом жар птица. Осталось повесить на елочке иголкой лишь красненький шарик и убранная елка. Но вдруг голос братишки из комнаты слышен, а красненький шарик повесьте повыше.